Я отдыхаю от эзотерики 3 недели, чувствую себя классно, настроение шикарное, деньги идут, перебор был конкретный с ней, теперь не знаю, как начать. Да, я вам об этом ранее говорил, что в случае, если человек очень сильно пихает в себя энергию, то в дальнейшем ему необходима реализация, потому что такой получается, как шар надутый, и ничего не происходит. И может лопнуть, кстати, когда вот все плохо, а потом как лопнет и засыпет со всех сторон. Но это уже такой другой формат, это переход на новый уровень. Такое было с моими некоторыми учениками, когда работала там плохо. Вот одна из ситуаций была, это недавно ситуация была, когда работала и у мужа всю жизнь за границей, не получалось, денег нет, он во всем там ничего не дает, и там такой бизнес, и такой бизнес. И потом, и денег нету у них, там у него там прошлые семьи, ничего не получается, она вот занималась эзотерикой очень долго, ни на что не обращала внимания, и казалось, что все идет прямо в дно. И муж умирает перед смертью, отписывает имущество, перед смертью отписывает ей доходы, оказывается, что у него там собрана куча денег, и дети не хотят эти деньги, и там еще остаются какие-то у него сбережения, и она вот с огромным количеством денег и говорит: боже, мир весь изменился, и там все попродавала и бизнес и так далее, начала вкладывать, и мега-мега хорошо. Почему? Из одного вырвалось другое. Такое было у меня с женщиной одной. Дома сидит, работы нет, все очень плохо, муж бросил и так далее. Вот год занималась, и ой, у меня еще хуже, меня вообще никто не берет, на меня никто не смотрит и так далее. После этого за просто невероятного мужчину, нечаянно возле, не знаю, где она там с ним познакомилась, и квартиру купил, машину купил, потом сейчас война началась, забрал к себе, сейчас живут где-то чуть ли не в Монако. Вы понимаете? Это как насосом качать. Но кто-то насосом не докачивает, не может, времени не хватает, хочется уже. Тогда лучше прекратить. Если прекратить, то тогда оно начинает само по себе. Все вот, что вы начитали, там, наколдовали, все начинает с вами происходить.